В ноябре 2019 года в рамках программы губернатора «Активное долголетие» была сформирована команда по скандинавской ходьбе «Торпедо-Люберцы». Уже 4 года люди старшего поколения улучшают свое здоровье с помощью таких полезных прогулок с тренером. Как спортсмены отметили день рождения команды, покажем далее. Без палок никуда. И даже на праздничный концерт в честь дня рождения команды по скандинавской ходьбе долголеты городского округа пришли с незаменимым атрибутом. Но кроме спортивной части праздника, их ждала и культурная. Участники клуба «Активное долголетие» приняли не только музыкальные поздравления, но и слова благодарности за свою активность и стремление заниматься спортом. За эти 4 года наша статистика по активному долголетию в городском округе Люберцы превысила 12 тысяч жителей наших. И это все благодаря именно вам, потому что вы на виду, вы в Центральном парке, вы в Наташинском парке, вы везде, вы активные, на вас смотрят, на вас равняются. От имени главы хочу всех поздравить, пожелать здоровья и передать привет вашему руководителю от главы Ирине Викторовне Арсентьевой. Занятия по скандинавской ходьбе в рамках программы «Активное долголетие» стартовали в Люберцах 19 ноября 2019 года. На первую тренировку, которая прошла в Центральном парке, пришли около 20 жителей округа. По мере того, как росла популярность скандинавской ходьбы, количество народа увеличивалось. И спорткомитет Люберец принял решение об организации второй локации на Наташинских прудах. Это произошло в 22 году летом, в июле. На первую тренировку пришли всего 12 человек. А сегодня, если мы посмотрим в зал, мы увидим, что за моей спиной больше 80 человек. Это объединенная команда, которую мы называем «Активное долголетие Люберцы-2». Стать частью большой и дружной команды могут жители городского округа старше 55 лет. Занятия по скандинавской ходьбе проходят каждый понедельник в Наташинском парке с 12:00 и каждую пятницу в Центральном парке с 10 утра. Луиза Игиазарян, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.